Развитие цифровой инфраструктуры и создание современного хаба для мировых технологических компаний и IT-гигантов. В Алматы проходит республиканский киберспортивный турнир Cyber Games Cup 2023. Мероприятие собрало сильнейших киберспортсменов-любителей и фанатов гейминга. Участники будут бороться за призовой фонд состязаний и возможность выступить на международном киберспортивном турнире. Итоги соревнований будут определены уже сегодня. Мы разыграем более 3 миллионов тенге призовой фонд, а также самое главное, слот, точнее приглашение на Алматы Cyber Games International, который пройдет в октябре. Он будет международного формата на базе Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана.